Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Ребята, я совсем забыл про свой эпизод «400 дней» в игре The Walking Dead. Этот эпизод рассказывает о пятерых выживших. У каждого из них своя история. И история первой части Walking Dead, точнее сохранение, отразятся на истории этих ребят. Но почему я решил пройти ее? Потому что события этого эпизода перейдут во вторую часть Walking Dead. Не знаю, успею ли я за одну серию записать все пять историй. Но если не получится, то запишу по половине. Ну что, давайте посмотрим, что это за эпизод. Знакомая надпись. Интересно. События будут развиваться 400 дней, то есть в период с 1 по 400, по 400-й день. Шоссе. Заправьте сейчас, следующая автозаправка через 45 миль. Я так понимаю, все будет завязано вокруг этого шоссе. Интересно. Ого. Уже заколочен. А это то, что я прочитал только что. Интересно, кто-нибудь из первой игры будет здесь? И как оно все отразится на второй части? Так. Доска потеряшек. Пока ничего нельзя делать. Кто вы? Да, после первой игры, конечно, привыкать к новым персонажам будет тяжеловато, но что поделать. Ага, то есть я могу выбрать кого-нибудь из них. Вот они, значит, кто. Винс. По-моему, азиат. Уайт. Не знаю, кто парень в очках. Шелл. Кто-то из них? Или оба? Рассел. Похож на Ли. И Бонни. Даже не знаю. Наверное, с тебя начать? Винс. Ого. Нифига, парень. Да ты суровый. Непростой. Ага, это еще до событий, похоже. Это же была аптека в Мейконе. Точно. Там была аптека. Брось пистолет. На крышу. Давай, закинешь? Красава. Oh, я спасаю преступника. Обалдеть. Так. Не свезло, да? Как тебя, Винс? Да, Винс. Второй день с начала эпидемии. Прикольно. Игра начинается примерно как первый эпизод. Как первая игра. Тоже везут в тюрьму. Наверное, в ту же самую, что и Ли. Что с вами поговорить можно? Эй! Ты! Эй, парни. Давайте без меня. Эй, Винс! Джастин's gonna make me! А, так мы знакомы. Винс, I'm making him hot now! Yeah, Danny. Вы, парни, когда-нибудь угомонитесь? I knew it! I got that Latin heat you can't resist. Come here, boy. You guys ever gonna quit? How else we gonna pass the time? Hey, man. How about you open a fucking window? It's a prison bus, asshole. The windows. Hey, don't Justin. Open. See that right, guy man. In the beat-up truck? That ain't right. I'll bet he Shut lives in that there. Truck now. You probably got his whole house, life savings, shit. I bet you stole his dog. You steal his dog, man? I wasn't stealing from guys like that. Anyway, better than stealing his virginity. Hey,
How many times I gotta tell you? Here we go. Seriously, I was falsely accused. How old was she? 15? Damn it, it ain't like that. Мы все одной лодки, парни. Star witness waiting around in your white van? I'm shocked. We're all in the same boat here. What's the point of arguing? The point is, I'm not like that. Буду миротворцем. Не знаю. Не знаю этого Винса еще. I'm afraid to say it. I'm really missing my girlfriend right now. I'm guessing she's pretty pissed at you. It's worse than that, man. She won't talk to me. Haven't heard her voice in months. Really messing with me, like for real. Just let it go, man. I want to, but you know. Ну позвони ей, когда мы приедем, не знаю. I love her, man. You should call her up when we get there. You gotta face that shit. You know, you're right, man. First call I get. Danny, I know you don't realize this because you're you, but you probably ruined that poor girl's life. Куда меня только не засовывают. Big talk from white collar back there. How many lives you wrecked, kid? Who cares? Прикол. Значит, это плотинец Дэнни. How about some water back here? Ну что, ребят, долго мы будем стоять в пробке? Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? No, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. Ладно, это сложный выбор. Why do more time than you need to? Gotta stay clean, man. Says the criminal. You wanna know the funny thing? I don't regret any of it. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am, and there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores are smiling on TV. Fuck that. Интересно, вы... How did it all work, anyway? It was like, a pyramid scheme. Ну, если никто не пострадал. Shit? Hey, if nobody got hurt, вы до этого были знакомы, no ребята? Или вы только здесь познакомились? Most of it. Может быть, в тюрьме? How much did you make off with, anyway? Enough. Так, so ты своровал. Like, couple hundred K? A little over 100. Винс убил. Million. God damn, boy. Неплохо. When we get out of here, you, me and Vince, we gotta go into business, know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Two kids. Я помог своему брату? You touched a couple kids, Vince. I helped my little brother. They send you to prison for that now? He was in trouble. I had to help him out. I knew it was something stupid. You regret it, man? If you're saying what I think you are, I got respect for you. Это не важно. Doesn't really matter. What's done? Значит, ты сделал благородный поступок. Убил ради брата. Tossed the gun up on a roof. And? It was a good throw, and a roofer found it the next day. You gotta be kidding me. Man, you're bad luck, Vince. Bad luck, Vince! Интересно, куда еще мог закинуть? That's not bad. What do you think, Justin? What the fuck are you gonna do about it? Fuck you! Fuck me? Fuck you, motherfucker! Сейчас кипиш будет. Oh, Jesus Christ! What the hell is going on? Crabtree, knock it off! Это замануха. Hey, get in there, man! Отпусти его. Hey, let him go, man! Damn it, Crabtree! Don't make me come back there now! He's gonna kill him, Vince! Let the guard handle it, guys. Fuck that! We gotta get in there! You do not want to get in the middle of that shit, Danny. Придурок. Vince, we gotta do something. You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid asshole. Where's your empathy, man? Мы ничего не можем сделать с этими цепями. Can't do anything with these damn chains on. Shit! Crabtree, I'm warning you one last time, goddammit. You gotta get in there. Get yourself in there. Wake that shit up. Вот что, холостых нету. Шокеры. Okay, asshole. Let him go. Get in between them, goddammit. He's gonna kill that guy. Да просто вдарь ему и все. Crabtree? Врежь ему. Last warning. Knock him out. Go, goddammit. Ты чё, больной, что ли? Придурок. Поговорили, блин, посидели. Да не снимай браслеты, просто руки убери с ушей и все. Капец, придурок, блин. Конченый офицер. Никто не должен был умирать. This is what happens when you give guns to assholes. Ты прав. Fucking fuck! You gotta call someone, man! What? I'm calling this in. Don't call it in yet. Just
Just wait, okay? Он может быть еще жив. Just give me a damn minute. He might still be alive. Call a damn ambulance, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Блин, как подумать, придурок? Just shut your mouth. Вот так вот доверяй полицейским после этого. Take it easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Так, все успокойтесь. Everybody needs to calm the fuck down. Situation's bad enough as it is. He's right. Let's all just take it down a notch, okay? Ты еще нас застрели, придурок. You really want to pull that trigger again, son? Дэнни, не дурачься. Он может это сделать. Thanks, man. Что там? Во, началось. Did you see that? I saw it. Что там? Yeah. Hey, you gotta get us the hell out of here. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver, let's go, man. I said we're staying right here. We're safe inside the bus. Nothing's gonna. Whoa. Охренеть. Блин. Они же после смерти начинают. Hey, you need to call someone. You hear me? Капец. We need to. Did he just bail us? Ништяк. Мы в западне. Блин, ребята, надо что-то делать. Back up, back up. Fuck, fuck, fuck. Охренеть. Блин, сейчас же этот скочит. You sure about that? That ankle's gonna give. Да он сейчас ее выломает нахрен. What are we doing, guys? Come on. Надо срочно отстегиваться. Нужно свалить из автобуса. We need to get off this bus. Okay, okay, man. But what's the plan? Хватай ключи, придурок, пока этот жив. Yeah, не жив, вернее. Good thinking, Justin. Where the fuck is it? Твою мать, он же сейчас обратится. It's underneath him. Oh, fuck me. Блин, надо действовать, ребята. Вы уж простите. О. Get the gun, action. Man. Get up, Vince. Hurry up. Есть ружье. Да без проблем. Зомби я уже убивал. Watch it, man. Sorry. Sorry. Man, I can't believe this shit. Can you believe this shit, man? Ну вообще будем думать, что. Это только началось. Я еще ничего не знаю. Блин, вот этот оживет скоро. Его надо застрелить. What are you doing? Can't do anything until we get out of these damn chains. Maybe he's got the keys on him. Нету. Nothing. Блин. Well, shit. If the keys aren't on him, then where the hell are they? Ходу второго. Нет. Твою мать. Maybe we finally caught a break, Danny. Hey, don't. Buddy. What the fuck? God damn it, Danny. You always put your fucking foot you, man. You gotta get out of here before any more of them show up. Ладно, мы не могли знать. Твою мать. That's not gonna hold. Vince, fire the fucking gun. Вы что, придурки, что ли? Нам надо отстегиваться быстрее. Vince, shoot those crazy fucks. Chain runs through that loop that's welded to the floor. Chain's awesome. Попробуем стрелять. Whoa, whoa, watch it. Ain't gonna work. Почему? Ладно. Ну что нам это даст? Мы только привлечем внимание. I think you just pissed them off. Yeah. Yeah, save the shells. Да? А кто только что орал? Давай стреляй. Can't we just shoot off the chain? Не, ну только что пробовал, придурок. What about the cuff? If we shoot one of those off, the chain will slip right out. Are you fucking insane? What do you think is gonna happen if you fire a shotgun that close to someone's well, foot? What do you think is gonna happen if we don't get the fuck out of here? Да я по-любому Vince, по ноге попаду. Give me a gun. We gotta do this. Back off. Винс, ты что, угораешь? И что это значит? Я буду отстреливать. What the fuck? You're gonna do me and not this rapist fuck? Я не знаю, ребята. Hey. I know you're a good guy. Давай тебе отстрелим. Ты просил пистолет. Fuck you. Оружие. Do it. Hurry. Justin's just gonna slow you down. Твою мать. Не дергайся, придурок. Капец. Do it again. Ты чё, придурок, что ли? Я же много отстрелю.
Блин, тезка, прости. Капец, вы его бросите. Блин, это был необдуманный поступок. Так. И что, это вся история? Нифига себе, они коротенькие. Да я, наверное, за одну серию все сниму. Уайт. Давай посмотрим на тебя. Блин, а что стало с Винсом? Так. Опять эта заправка. О. 41-й день. Нифига себе. Это God, уже месяц прошел. Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how'd they catch up to us? Who gives a shit? Just... Oh-ho-ho. Ребята, да вы стреляли. Hurry up, Eddie! Here, man, shoot! Ты думаешь, он умеет стрелять? Он похож на Растамана. Или на хиппи. Наверное, на хиппи. Блин. Смысл стрелять просто по машине. По колесам стреляй, придурок. Фару подвел. И кто это был? Да он по бездорожью сейчас вывалится. Я не вижу ничего. Are you sure? Those guys wouldn't just give up. I don't see anything. Он сейчас из леса вылетит. I'll turn off. Какие-то болота забрались. Так. Feel that look on me, man. I'm not being an asshole. I'm being smart. No lights, no, you know. They can't see us. Christ, I can't see blood in my mouth. I don't think it's mine. I can't see a damn thing out here. I guess that makes sense. Yeah, it makes sense, Wyatt. God, I can't believe we're in this shit. Don't barf just yet, okay? Please? This road is really straight. We'll be fine. At least slow down. What? Fuck no. Did you see that one guy's eyes, man? He's fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. Про кого вы? Пока ничего не понимаю. Что если что-нибудь будет на дороге? Doesn't matter. We gotta get the fuck away from those guys. They are A-grade fucking mental. Кому же вы так насолили? Let there be light, huh? Dude, shut up. Так. See? It's fine. Road straight as my dick. You think we're in the clear? Нет, друг. Все только начинается. Нет, пока мы не выберемся из тумана. Такая разминочка перед вторым эпизодом. Легко и непринужденно смотрим истории пяти персонажей. Том Крузить отсюда. Серьезно? А, я же говорю, вы Растаманы. Хреново. Who are you talking to? You? Oh, what did you say? Придурки. Foggy. Oh my god, what? Shut up. Что у нас еще интересного есть? Я говорю, просто разминка перед вторым эпизодом. Пять непринужденных историй. Может быть, на радио что-то интересное есть? Да, вы, ребята, реально растаманище. I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her. And she told me that she was five, I think. Лучше я перезаряжу оружие. Loading the gun is probably more important right this second, thanks. Okay. Weird, but okay. Shit! Whoa! Охренеть, ты меня напугал.
Неужели ты так быстро ехал? Holy shit, dude. Holy shit. Да хрен ты остановился? I think that was a guy. Wyatt. Это зомби. Come on, man, say something. Was that a dude or not? What the... The fucking fog. Это не мог быть человек. Какого хрена он здесь делает? Didn't look human. Alive. Whatever. Really? Seriously? I mean, seriously? Look me in the eyes and say that. Ты чё, накуренный до сих пор, что ли? Ты меня слышал, Эдди? Валите отсюда, ребята, по-хорошему. You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. But I'm not leaving if we hit a human being, man. I'm just not. Друг, уже 41 день с момента апокалипсиса зомби. И ты все еще паришься? Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Блин, он сейчас выпрыгнет. Dude, what's that on the broken side mirror? Блин, возьми оружие, пожалуйста. The windshield is fresh or rotten? Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, I don't know. What's that way out in the road? Так, разбитое зеркало, ткань, лобовое стекло. Man, I'm really not seeing any. Я посмотрю на стекло. Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. Значит, это зомби. It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. Че ты так паришься, придурок, из-за этого? Wyatt? It was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't take ecstasy with the prostitute, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do? We go out there. Кого ты сбил, придурок? А как же парни? What about the guys in the truck? Man, fuck those guys! If that guy back there is alive, we have to help him, Wyatt. There ain't a lot of live dudes left these days. Ой, ты придурок. Что если он бандит? What if this guy is like the guys in the truck? He ain't gonna be much of a threat after we bounced him off the hood. Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Ладно. Я пойду, дай мне пушку. Fine. I'll go. Give me the gun. Dude, I'm the one who got us into this. I'm the one who hit him. Should be me going. Then why did you ask which one of us should go? Oh, sorry. Next time I get into this exact crazy fucking situation, I'll figure out how I feel before I talk. Ну что? Okay. Well, shit. Okay. Here, we'll rock, paper, scissors. Упоротый придурок. Ты чё, серьёзно? Are you fucking serious? No. Come on. Sitting here is making me nervous. Ладно, давай. Вы же у корки. Dude, 2 seconds, it's over. Мне выбирать, да? Three, right? Sure. One, two, бумага. Three, go. Fuck! What are the chances of that? Okay. One, two, three, go. Shit. Alright, alright. Okay. Alright. Все? One, two, в смысле? Ножницы. Go. Один-один. Rocked your scissors, dude. В смысле? Yeah, sorry. Got caught up. Alright, dude. This is it. Shit. One, two, three. Камень. Go. Блин. Always with the rock. Too much rock, Wyatt. Tell me about it. Интересно, я мог выиграть? Son of a bitch. Укурки хреновы. Все-таки я думаю пройти этот эпизод полностью. Все 400 дней. Потому что эта история перейдет во второй. Во вторую часть игры. Опа. Уайт. Давай аккуратно. Ботинок. Просто присмотрись. Аккуратно. Что тебе это стекло даст? Разбитое зеркало. Thing is jacked. Should I take it? No, man. Вы реально ведете себя как курки. Был такой фильм Чич и Чонг. Чич и Чонг.
про двух укурков. 74-го года, по-моему, фильм. Вот он похож на одного из героев. It'd be great backpack if you could tell me if your owner was alive or not. Alright, I guess I'll just keep talking to myself out here, because that makes sense. What the fuck is taking so long? Ты сейчас подстебал Ли. Он в основном ходил и разговаривал сам с собой. Ну что, видно там что-нибудь? Кто там? Кровь? Аккуратно. А там что-то есть. Его я уже почти не слышу. Иди посмотри на кровь. Вон, тело лежит. Вон оно. Он шевелится. Нет, это зомби, мне кажется. Why the hell am I following this thing? Nothing good's at the end of it. Ты прав. А колесо-то откуда? Ну ладно. Что ж, давай поговорим с ходячим. You okay? Fella? You need to answer me, man. If you're a dude, I don't want to shoot you. Ну это по-любому зомби. Please, just say something, mister. Not sure if you're deaf, dead, or just an asshole, man. Мне кажется, бесполезно с ним говорить. Зачем ты подходишь к нему, придурок? Нет, это зомби. Все. Shit. Нет? Are you okay? Sir? Can you hear me? Твою мать. Looks like he's pretty out of it. Ты в натуре человек был. Jesus. This is bad. Так что там? Man, this guy's a cop. Cop, please be okay. Вот, там реальные ходячие, okay. Походу. Это было очень глупо с твоей стороны. Уайт, сзади. Отлично. Стрелять я еще не разучился. Блин. Если он даже не отзывается, то он не жалеет. Вообще придурки затеяли эту ерунду. Ой, блин. Ладно. Если мы укурки, то мы милосердные. Давай поможем ему. Fuck it. All right. Let's get your ass to the car. Если что, выкинем тебя. Нажмите и удержите кнопку А, чтобы взять или увести, чтобы тащить. Управление слегка поменялось. Что там? А вон и зомби. Стреливаемся. Там. Давай, друг, тащи. Капец, он не мог подъехать поближе. Мадмуазель. Вы ошиблись дорогой. Давай, друг. Ты хорошо стреляешь. С первого раза в голову. Аккуратно. Еще одного дам. Давай, 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 давай. Хрен знает, что из этого выйдет. Ты кричишь, как будто ты там вообще в помещении в каком-то. Твою мать, где он? Воу. Воу. У тебя патронов-то хватит? Где он? Я его не вижу. Бя-бя-бя-бя-бя. Козел. Давай быстрее. Нахрена ты его взял? Не знаю. И я схожу. Опа. Это же те. Эдди! Come help me, man! Не стоит звать его. Надо ему помочь. Эдди! It was a guy! I'm in trouble! Come help me out! Стреляй. Капец, он свалил. Уайт. Что делать будем, мужик? Блин, тебе придется валить в лес. Красава, беги. Блин, а я хотел спасти этого копа.
Еще одна история закончилась. Они довольно короткие, поэтому все-таки думаю вместить их в одну серию. Выйдет, наверное, на час. Интересно, кто это все снимает? Я имею в виду, вот рука снимает каждую фотографию. Давайте посмотрим на историю Шелл. Интересно, это один человек или двое? Опять заправка. Наверное, в первый раз, в первой истории была заправка. Ого, ты похожа на Клементину. О, это же тот негр. Я его помню, он из группы Вернона. Стопудово это он. Обалдеете? 236-й день, охренеть. Michelle, your sister's getting pretty good, huh? Becca had a good teacher, Steph. Thank you for doing that. She needs something to focus on besides, you know, everything else. Yeah. Growing up in a world like this, what do you think that does to a kid? Да? Не знаю. Оно уже меняется. She's already changing. Буду, не знаю, мыслить как взрослая девушка, у которой есть младшая сестра. 236 дней, это сколько? Три сезона практически. 90-90-90. Ну, чуть меньше. Больше полугода, это точно. Офигеть. Becca, that was great. Thanks, sis. You think we can do something like this every week? Да без проблем. Это отличная that идея. That sounds like a great idea. Maybe we can all get in on it, like some kind of weekly talent show. That was amazing, Becca. Какая-то развлекуха. We could all use a little more music in our lives. Did I ever tell you that I used to play in a band? Yes, Roman, you've told us. She doesn't want to hear about it again. Блин, all right. Там по-любому из группы Вернона сидят вон та парочка. Тут негр и седовласая женщина. Oh, thanks to Boyd's hard work on the vegetable garden, we're having fresh soup tonight. Okay, let's get to it. You want to help me and Shell do the supply inspection? Так это уже сколько времени прошло? You take the flashlights this time. I'll look over the guns. После событий в первой игре. Ладно, но будь осторожна. Okay, but be careful. People's lives depend on those. We can't have them screwing up because we got lazy. Shell, when you get a sec, meet me out back. Help me feed the watchdogs. Ого. Sure thing. У вас есть сторожевые псы? Watchdogs. О, мне дали поиграть девушкой. Прикольно. Это первая локация, в которой я могу осмотреться. Наконец-то. Можно хоть посмотреть, пообщаться с людьми. Точно? Я с первой части немного соскучился по этому. Нет, пока не иди туда. Пятна крови. Did you ever find out what happened there? No. Roman said it was like this when he and Stephanie found the place. Could be anything these days, though. Still, better not to think about it. Интересно, давно у вас сформировалась группа? Ну, я имею в виду людей. How's Joyce today? She seems good. Clive's watching over her, as usual. Oof. Clive. Talk about survivors. Those guys have been through a lot. Вот Клайв. Он был в группе Вернона. Ножи. Eesh, these knives are looking pretty ragged. Don't worry, they're on our list. Блин, ребята. Целых полгода. Месяцев 8 или 7. Вы выживали. Обалдеть. Так, туда мне пока никак. Блин, я хотел бы поговорить с тем типом. Узнать, может быть, что-то о предыдущей игре, о предыдущем эпизоде. Better than we thought. We haven't had to use these for a while. Так, это все ваше оружие? Фонарики. Still one short. We never found the other flashlight? Nope. Still in the cornfield somewhere, I guess. Так у вас только один мужчина, взрослый, нормальный. Ну, я не имею в виду стариков. В основном девчонки. The diner looked pretty nice back then. That's because they used to pay people to clean it. Also, not as many dead visitors back then. Ну да, ты права.
Так, секунду. Сюда можешь зайти? Отлично. Так, дверь на кухню. Куда меня звал тот тип? Hey, Becca. Think we should start charging for the inspections we make? Oh, yeah. Then we can spend all our money at nowhere. Шутники. А это что? Тут что-то было? Looks weird in here without the paintings. Well, Boyd wanted something to paint his own pictures on. I guess it'll be a personal gallery in here when he's done. Значит, Бойд. Того типа зовут Бойд. Бекка? What? Nothing. What did Roman want? Сестра, да? I don't know yet. Are you gonna find out? Yeah, in a sec. А нет, Бойд это кто-то другой. Роман. You guys need help? Он звал. Nah, we got this. Right, Becca? You go ahead and help Roman out back. Окей. Значит, больше... Так, а сюда не могу. Значит, больше ничего не остается, кроме как идти туда, на кухню. Так, где тушитель? We should do an inspection on these. Make sure they all work. Зачем? God, what I wouldn't give for a cup of coffee in the morning. Как здесь тихо. И спокойно. После двух этих первых историй. Так. Ничего интересного больше нет. Ого. Даже суп есть. Smells good. Ненавижу суп. Раковина. Glad we thought to bottle our water before it ran out. Так, next лампа. Time you venture out for supplies, I gotta remember to look for light bulbs too. Ну что, пойдем к Роману. Третья история. Узнаем, чем это кончится. Ooh, starting to thin out in here. Thank God we have a garden now. Интересно, вам слышно, как соседи долбятся головой об стенку? Надеюсь, что нет. Консервы. Дверь на задний двор. Воу. Oh, you scared me. He's hungry. Guess he knows it's feeding time. Так это и есть ваши сторожевые собаки? Охренеть. Какая мерзость. Disgusting. Can't disagree with you there. You know, sister said she wouldn't mind doing it. Roman, we've talked about this. Becca doesn't need to deal with this kind of thing. Listen, I know you think that giving her an easy life is what's best. Наверное, от бандитов. It's really not. Это далеко не легкая жизнь. This is far from an easy life, Roman. You know what I mean. She needs to know the sacrifices we have to make to survive in this world. As long as she knows how to protect herself, it's fine. I don't want her to stop caring about people. Okay. What's that one eating? I don't know. I'll check it out. I gotta get back out front. Наверное, кролика какого-нибудь нашел. Или крысу. С тобой поговорить можно? Привет. Можно тебя погладить? Ладно, ладно. Сидеть. Да твою мать. Я ж просто пройти хотел, я даже не разговаривал. Да прекращай. Все, я понял, туда нельзя идти. Давай назад. Не подавись там. Так, мне к тому, да? О, давай сыграем. Мне нравится баскетбол. Машина. Похож на моего кота. Что же ты там ешь? Не видно отсюда. Кто? Я не увидел. Это похоже на живую. Я не знаю. Ладно, пойдем. Не знаю, что мне это дало. Просто посмотрели, что она ест. И все? Может, нам тоже стоит перекусить уже? О, твою мать, придурочная! Jesus, don't ever fucking do that again! Whoa, what's your problem? I do this all the time. You don't get all pissed off.
Пугать людей небезопасно. Ты чё, угодишь, что ли? You can't go jumping out at people. Not anymore. It's not safe. But... What if I had a weapon? I could have thought you were a walker. What are you talking about? О том, что ты выпрыгнула на меня, притурочная. I just saw our walkers out back eating a puppy. A puppy? Ага, щенка ел. I guess it just got to me. You know, it was so little. You don't think about babies anymore, but after a while you just kind of accept this is it. Yeah. I guess you kind of forget. Right? But then, you know, there it is. You see it and you want to protect it and now it's gone. Да, жалко щенка. Ну, maybe if Clive dies next, we can put him out there instead. Эта игра не такая страшная, не такая драматичная, как первая часть Walking Dead. Shell, Becca, something's going on outside. Вот это интересно. What is it? I don't know. Something bad. We gotta find Roman. Роман? Пойдем искать Романа. Что там? Come here, everyone. Shit. Come on, we gotta find Roman. This month. Что случилось? Ларгам. My God. Ларгам. What did you do? All I did was put on the blindfold and bind his wrists. Somebody else beat him up. He already had the cuts and bruises. Что-то мне подсказывает, что... Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No. They didn't get that close. Да вы его побили. Кто он? Who is he? I got no idea. I don't think he speaks English. I can't believe he just snuck in. The second break-in we've had in the last couple of weeks. Last time we couldn't catch him. They got away with more medicine than we could afford to lose. Well, we all know what it's like trying to survive out there. И что же вы предлагаете? Came in here for food. Let's just give him some and send him on his what way. What if there are more of them? He could have been scouting. That's right. He could be part of a larger group. If there were more, I think we would have seen them by now. I mean, nobody travels alone by choice anymore. Отпускать опасно. We can't just let him go. It's too dangerous. Who knows if he has friends waiting to attack? Don't you think we would have seen someone by now? At least trying to negotiate to get him back. Ладно, ты прав. You have a point. I don't know. Нам надо как-то поговорить с ним. Well, he's not staying here. You let in a stranger, and everything starts breaking down. The last time we did that, we lost Bree. And then Vernon with that goddamn boat. Vernon and the boat are the reason the group fell apart. Not trusting strangers. He made us beat up that guy with a mustache and steal his boat. We did that. I've regretted it ever since. Красавчик. Я знал, что тебе не понравилось бить Кенни. He can't stay here. А вот разговоры про первый эпизод. I agree. Keeping him here is not an option. In his condition, he'd be a drain on our resources. Look, we all know what we're talking about here, so let's stop dancing around it. We either let this guy go and take our chances, or we kill him. Нет, убивать его не надо. Ты серьезно? Jesus Christ, are you serious? Roman's right. It's gotta be one or the other. Надо его отпустить тогда. We are letting him go. It's the only right thing to do. I'm telling you, we can't do that. But killing him? Is that really the answer? Stephanie, Boyd, you two don't think we should kill him. We know where Joyce and Clive stand on the subject. You're the swing vote here, Shell. What's it gonna be? Прекрасно. Двое на моей стороне, двое против, поэтому освобождаем. We have to set him free. We can't. He's not even armed. We can't just kill him. This isn't in self-defense. Isn't it, though? If it means he can't come back to hurt us? That isn't the same thing. But last time... Joyce, that was a long time ago. If we kill this man, then we're giving up a part of ourselves that we can never get back. Тем более его избил кто-то до нас. I'm not ready to let that go. Cut him free. Красавчик. I hope you guys know what you're doing. Give him some food, three or four cans, just as a gesture of good faith. Get him out. Да ему одной консервы хватит. I don't know if you can understand a word I'm saying, but you better understand this. You came this close to death today.
And if you ever, ever come near this place again, or tell anybody where we are, you wish you had died today. Я думаю, он по твоей интонации все понял. Девчонка одобрит, наверное. Не, ты не Ли. Ли бы сам решил. Точнее, я бы решил, а он сделал 259-й день. А там какой был 253-й? Я не помню. Прикольный у вас фургончик. Играете в карты? Do you have any sevens? Есть. Так, крайняя, да? Yep. Во что вы играете? I miss playing guitar for everyone. It was stupid, but fun. Why don't we do that anymore? А почему вы так не делаете больше? There's a lot we don't do anymore. I shouldn't have let that guy go. Boyd would still be alive and everything would be the same. Boyd agreed it was the right thing to do. Anyway, Roman's obsessed with keeping this place secured now. Все-таки он кого-то привел, да? You know that's impossible, right? Well, after last time, Roman isn't taking any chances. Then he should fix the loose board behind the storage lots. Becca, are you sneaking out again? Ты знаешь, как это опасно? Oh God, do you know how dangerous that is? It's not dangerous. There's nothing out there but slow-ass walkers. What are you talking about? We've had two break-ins already. Anyone could be out there. What if someone sees you and follows you back here? They won't. Damn it, Becca. Shell, I need to talk to you. It's open. What's going on? Hey, Becca. Hey. When you get a sec, I need you to come out and talk to me. Блин, ты меня все время зовешь куда-то. Okay. I'll be outside. You'll see me. Дай, думаю, твою лысину издалека замечу. Дай нам минуту. Give us a minute. Yeah. Just don't take too long. What was that all about? Не знаю. Не волнуйся. Probably nothing. Don't worry about it. He said it was important. Yeah, well, these days everything's important to Roman. Stay Может here. Быть, действительно, продолжки. Just a minute. I'll fill you in when I get back. Или что-то еще. Блин, я даже не запоминаю имена. Достаточно сложно. Потому что очень много всего. Ну, наверное, мне это и не нужно. Блин, интересно. Значит, группа Вернона все-таки распалась. Вернон уехал куда-то с лодкой. Может быть, уплыл? А этих он кинул. Это женщина седую. Негра. Вон ту женщину, да, Джойс. Где негр? Не вижу его. Картина. Кто рисует? Интересно, Роман? Бойс? Блин, я даже не помню, кто из них кто. Запутался малость. Здесь ничего интересного? Нет, там ничего интересного нет. Так, ты даже сюда подняться не можешь. Редс Дайнер. Редс Дайнер. По-моему, правильно прочитал. Джойс, может, ты расскажешь мне что-нибудь? О Ли? О девочке, которую ты видела? I don't know if I should say anything. Please, what is it? О, что-то серьезное, да? They caught Stephanie stealing and then trying to escape. Стефани, это та подружка твоя, да? What are they gonna do? I don't know. What can we do? I'll go talk to Roman. We'll figure it out. Походу, вам остается только выгнать ее. Как я сделал с Лили. Да. Ты долбишься оттуда, да? Roman? Good, you're here. I heard about Stephanie. I'm sorry. Да. What are you gonna do? Твоя подружка. You know what we do. What happened? We caught her trying to escape. Блин, не знаю. Может, она не сбегала? Maybe she wasn't. Maybe she just wanted to get outside these walls for a while. Ever since the incident, you've made this place feel, I don't know, oppressive. We've made it safe. She was definitely trying to escape.
She had most of our ammo and medicine with her. She screwed us, Shell. All of us. And now we're in that position again where we can't keep her here and we can't let her go. You do know why I'm telling you this, right? Не знаю. Ты хочешь, чтобы я позаботился, позаботилась об этом? You and Boyd were the ones who fought to let that guy go. Convinced us all to take that chance. Well, we Давай хотя бы поговорим с ней. It was wrong, and now Boyd is dead. We're beyond the luxury of taking chances now, and I need to know that you're with us 100%. Давай сначала поговорим Let's talk to her first. See if we can talk some sense into her. No. She tried to sneak out and leave us without any medicine or extra ammo. She knew that could mean the death of any one of us. Ну, вообще, да, я тебя понимаю прекрасно. Give her a second chance. She might not try to leave so quietly. Если она нас решила кинуть. Got your gun? Вы что, ее застрелить хотите? It's in the camper. I'll give you a few minutes to get your head together. Да вы что? Придурки, что ли? God, what do I tell Becca? That's up to you. Whatever you say, I'll back you up. Выгоните ее просто, да и все. Капец, звери, блин. Shell? What's wrong? Am I in trouble? Да уж. Блин, не знаю, стоит ли тебе говорить или не стоит. Насколько ты взрослая? Тебе, мне кажется, лет 14, может 15, да? Не знаю. Наверное, тебе пора уже узнать. Стефани пыталась сбежать. It's Stephanie. She stole a bunch of supplies and tried to escape. Oh my god. Ты не Клементина. Клементина маленькая. What did she do that for? Roman says we have to kill her? Yeah. Why would she do this to us? Убийца маленькая. Она совершила ошибку. She's just scared. She made a mistake. Вроде бы она нормальная была. Becca, Stephanie is your friend. Was my friend. Какая злая ты. Roman wants me to do it. I'm sorry. А почему ты должна это делать? Let's just get it over with. Your gun's over there in the drawer. Я не хочу этого делать. Это бред. Are you okay? Do you want to talk about it? No, I don't. Just want to get it over with. Что ж, в этом эпизоде все-таки добавили немножко драматизма. Ключи. You know, we don't have to do this. We can just go. What? We've survived on our own before. If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it. Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there. As long as we're here, we're safe. The group will protect us. But for how long? I don't know. Longer than we'd survive out there. Besides, you know the rules. If we try to leave, Roman will hunt us down. We don't have a choice. This is who we are now. Это интересно. Заманчивое предложение. I don't want this to be who we are. Just let me do it then. Нет. Ты что, совсем дурочка? Ты же маленькая. Это сделаю я. You shouldn't ever have to do something like this. Может быть, получится. I just need a second. Что-нибудь придумать? This really sucks. Да, ты права. Shell. Блин, какой настойчивый лысый парень, а? Мне кажется, он не прав. Убить Стефани, уехать. Я думаю, все-таки уехать. Потому что, ну, какой-то бред здесь происходит, я так полагаю. Тем более эти старики, они совсем рехнулись. Да и лысый тоже какой-то конченый. У них тут, конечно, прикольно, но все-таки, видимо, после того случая все как-то обернулось неправильно. Ладно, давай берем ключи и уезжаем просто отсюда. What are you doing? Shell? Shell, what the hell? Sit down, get safe. Shell, hey! Shell, be safe on this. No, he won't. What the fuck? God damn it! Ладно, ребят, прощайте. Не знаю, правильно ли я поступил. Но на мой взгляд, это было правильно. Потому что нельзя просто так убивать людей. Нет, это неправильно.
Так, прошло уже достаточно много времени. Я думаю, минут 40, да, я играю. Пройти все за раз. Да, наверное, все-таки пройду все за раз. Рассел? Кто такой Рассел? Значит, там было 240, по-моему, дней. А здесь сколько? Тут все завязано на дороге. А, ну это даже раньше. 184-й день. Так, ты у нас школьник? Или кто ты? Что у тебя с рюкзаком? Нифига себе, у тебя консервов там. Карта? Ни хрена себе. Из 80 миль тебе еще идти. Сколько? 60? Блин, это красивый закат. Можно даже на превьюшку забрать. Ну-ка. Пропади курсор. Красота. Так. Что? Мы просто будем идти 60 миль? Ладно. Ты хоть музыку включи. Деревья. Эй, ходячий. Hey, you getting up? О, он похож на Амида. Good. Надеюсь, он не встанет. Ты ведь уже все? Блин, красиво. Закат и с той стороны, и с той. Опа, бандиты. Это же те. Спрятаться. Червячок. Это же Карли. В натуре. Охренеть. Да он тебя увидел. I see you cuddling with your girlfriend down there. Это брат, да? Пошел ты. Fucking man. Ну это тот парень, that который. Ain't very fucking nice, kid. I ain't no kid. You gotta be careful. These ain't times типа to piss off a stranger. Look, I don't care what you do to whatever corpse you find. I wasn't. What's your name? Неважно. Don't matter. What? You don't like the name Russell? Откуда maybe ты that's знаешь? Just the name of the guy you or your homies robbed, huh? I don't care who you steal from, if you did. Maybe you're in a gang that likes to rob people. I don't know. Are you in a crew? You got some boys wearing hoodies I gotta worry about? Блин, ты мутный какой-то. Оставь меня в покое. Leave me alone. Russell. Come on, man. Just getting ты прошаренный какой-то. You're gonna get eaten out here otherwise, and I'm bored. Come on. Scoot. Это уже после того случая. Разбитый фонарь. Fine. Нет, я Fuck. Сам. See if I give a shit. Nah, I'm good. Thanks. I don't want to ride. Jesus. Don't be so damn sensitive. Побывали уже? Опа. Ого, сколько у вас там? Что, походу придется садиться. Change your mind? Ай, блин, Карли, я давно тебя не видел. Ну, мне пора. Ладно, yeah, валим. Get in, let's tear it up. Чё бы это? Name's Nate, by the way. Thanks for asking. Машины. You thirsty? Нет, спасибо. Here you go. Я не пью. I'm straight, thanks. You're not uptight, are you? This is the fucking apocalypse. This is like nothing. No, I'm just good, all right? Значит, эти ребята все связаны друг с другом. Более или менее. You come from, at least? Must have been with a crew. Ты все пытаешься выведать, да? Что у тебя с рукой? Tail back where you come from? Maybe drop you off, do a double back. Нахрена ты меня поднимал, подбирал? Нет никакого хвоста. No, tail. Damn. I retract my question. There was a girl who I liked, all right. You're arguing semantics, Russ. Give a pal the deets. All right. There was seven of us. I didn't have any family there or nothing.
They're all at my grand's down in Statesboro. There was a dad who had a daughter about my age. One guy said he used to be a cop, but nobody really believed him. Then a teacher and his wife. Leader was this guy, Steve. Go back to the daughter. Ничего не знаю об этой группе. But everybody was with him, you know? He said 7 was the magic number, so we didn't add nobody to the group. If we found survivors, it was the same every time. Let it out, Paco. Just you're so interesting. You gonna kill these folks and take their stuff or what? Then bang, they'd be dead. Капец. Просто убивали живых? Couldn't handle that. After weeks of it, I packed my shit up and figured I could make for grands alone and try to find my family. Только зачем все это ему рассказываешь? I couldn't live like that. So nobody got down with the daughter then? No, they didn't. What would you get? Только дочка интересует. Just tell me something about her. How was the rat? Give me a little something. Just a taste. Давно девчонки не было, да? Service here. I gotta get my beak wet. I put it right in here. Sure, whatever. Sure, whatever. Come on. All right, maybe someone who wasn't so near and dear to your heart then. Whoa. What the fuck? Come on. Ты чё, придурок? What do you think? Slamming before she was rocked, right? What do you think? Here, get a look. Ты больной придурок. Да? Like a 9, right? Get off me! Maybe you got high standards. Oh, help! If you say 5, I'm gonna flip. Tell me, Russ. Я убью тебя. Damn it, no you won't. You're no fucking. Отлично. Блин, больной придурок, а? Может, не стоит тебя застрелить, баран? О, заправочка. Та самая. Еще до событий, да? До двух сестер. Видимо. Let's look for some supplies in here. See if we can fill up while we're at it. Don't be mad. В смысле не злись? Ты. Fine. Кусок говна. Just stop being a pussy. Блин, я сваливаю, короче. Воу. Oh shit! Go! Ладно. Убедил. Ништяк. Russ! Get the fuck down, man! You don't want to be there! Get to the truck! I'll cover you! И что мне это даст? Меня ж подстрелят. I'll get fucking shot! No, you won't! I'll cover you! This guy can't hit the broadside of a barn! Твою Just мать. Move your ass! Я просто не знаю, на что способен этот парень, Рассел. Ладно, погнали. Давай, давай, беги! Эй, красава! Good hustle! What happened to I'll cover you? Look how good you did! Козел. Мы в жопе. I don't know, man. Fuck, we're screwed. You haven't been shot at in 3 months? Come on, kid, look at me. Посмотрю. This is no big deal. We got this, okay? Okay. First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. Наверняка на крыше. А почему ты не выглянешь, ты, ублюдина? Вон он, в кафешке. See? Easy. Now we know where he is, we can fucking get him. All right. Yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Okay. It's in neutral. Just keep your head down. Толкаем. Так, я не вижу, кто там. Интересно. Shit! Just keep pushing! Ништяк, блин. С пробитым колесом мы ее далеко не дотолкаем, придурок. Капец, не мог просто выстрелить в ту сторону. Ну ништяк. Все. Да все, приехали, придурок. Не вариант. Мы в жопе. Будешь меня прикрывать? If we get to that car,
we'll be out of the line of fire. Here. You can cover me first. Отлично. I'm not fucking around. You cover me, then I'll cover you. Or if you want to go first, that's fine too. Ладно. Короче, я пойду первым. Attaboy, Russ. All ass. Все-таки ты меня прикроешь, да? Погнали. Давай, 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 Рассел. Беги. Капец. Переживаю за тебя, как за Ли. I'm good. Heads up. Твою мать. Ты не мог кинуть поаккуратнее, а? Придурок. Давай, лови аккуратно. Ты же сбежал с линии огня. Давай, хватай. As soon as you start shooting, I'm coming. Окей. Так где он? Он там, да? Все, погнали. Отлично. На подавление. Now what? We get over there and we should be good. Go. Что, я первый? Давай. Аккуратно. Давай, Рассел. О, твою мать. Че, попали? Фух. Спасибо. Thanks. We're not done yet. Что ж, ты не такой уж и плохой. Let's see if we can get in around back. Sneak up on this asshole. Может, двух сторон? Man, what are we doing? Well, we gotta get in there. Fucker shot at us. Russell, relax, man. When this is over, we're gonna take what we can, head on down to your Grams, and have a big ol' home-cooked meal, all right? Come on. Смешной. Watch out for that. Кто там? What's the problem? Что, Russell? О, это же коп. Нужно избавить его от страданий. Слушай, это не один из тех копов, которые были в автобусе в тюремном. Скорее всего. Блин, как все завязано, прикольно. Давай убьем его. О, жесть. А сбили этот Уайт? Два наркомана, по-моему, сбили тоже копа. Блин, интересно. Все так запутано. Ну, они тебя уже услышали. Или он. Окей. Не знаю, что нам это даст. Думаешь, есть? Так, здесь я уже был, я помню хорошо это место. О, кофе, машина, кофе не хочешь, Рассел? Ладно, давай выглянем. Кто там? Он сидит. Ну, вроде он один. I think I saw a guy. No shit. Что делать будем, Нейт? Это старик. Grab him. I'll cover you. Do I sneak up? Just jump out and grab him. Your goal. По-моему, ты поздоровее и постарше будешь. Нет? Школьнику хватать. Хоть и старика. О, это же Вернон. Нет? Don't fucking move! Нет, это не Вернон. Охренеть. Get the fuck out of here, you monsters! Whoa, Gramps! I told you not to come back here. Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook! First off, watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. Вот это, oh, shit! You came back to finish us off and take all our food! You've lost the goddamn marbles. She's dying, and now she can see your face. Shut Подожди. Up. She can see who took her from me! Mask? What's he talking about? Fuck if I know. He's crazy. Have you been here before? Russell, don't you start. You tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Please just get the fuck out of here. Please leave us alone. Давай просто свалим и все. Should we just kill these folks and take all their stuff? Да нет, ты конченый просто придурок. Ты посмотри на свою рожу, мудозвон.
Да ты серьезно? Are you serious? Maybe. Why not? That's fucked up. There are real fucking monsters out there. No shit. And you're just gonna joke about the shit I seen. Fuck you, Nate. I saved your Красавчик. Ass. You didn't do shit. Easy, Russ. I'm not hurting no one. And don't you hurt these people either. Come on. Can we still be friends? No. Да потому что нельзя убивать людей. Тем более стариков. Ты придурок. Рассол, это вся твоя история. Видимо, да. Что ж, осталась одна картинка. Бонни. Что же ты нам приготовила, Бонни? Наверное, ты всех свяжешь. Я имею в виду все истории. Хотя, кто знает. Пока есть отсылки у каждой истории. К другим историям. Would you rather have a snake for a tongue? Or lobster claws for hands? 220. По-моему, это... это глупо. I swear, this is the worst one ever. You know the rules. И что, играю за эту женщину? Well, I'm thinking. Think harder. And how exactly do you think Короче, harder? Змея, не знаю, о чем вы. Snake tongue. Gross. What? How is it more gross than lobster hands? Well, for one, it's in your mouth. Hey, you asked the question, Hoss. Какую-то хрень несу. Okay. Ну ладно. How about... Well, never mind. I probably ought to stop bugging you with stupid hypotheticals. Oh, come on. You'd be a lot less fun. You've been a lot more fun lately. Feeling better? I guess I am. Well, you sure do look better. Пока я не знаю, кто это. Не знаю, что она. Что с ней не так? А может быть, что с ней так? What I mean is... I mean, you were... You were, Спасибо, Сел. Thanks, jerk. Hey, that's what I'm here for. Oh, to remind me how hideous I was. Nah. Make sure you keep on keeping on. I mean it, though. After we found you, you were still so hooked on that stuff. Значит, наркоманка. I thought you'd make it. You ain't out of the woods yet, I know, but... Well, you've come a long way, Bonnie. And I'm proud of you. Бонни и Клайд. Ты хороший друг, значит, раз помогаешь ей. Леланд? Okay, you're not that great. Look, you know I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. Gotta worry. Да у вас любовь, ребята. О чем ты говоришь? Я дуру включу. What are you saying? Bonnie, Leland? Bonnie? Dee. Hey, honey. Hey, honey. I found us something. What are you two up to? Ах ты кобель. Просто болтаем. Just chatting. Chatting, huh? What about? Змеи. Подожди. Oh, the rain. Won't let up today. Huh. Well, sounds like real stimulating conversation. Glad I missed it. I got you a present. Oh, you shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your, girlfriend, but, we gotta get moving. Она думает? Does she think we... Да, ребята, вы палитесь. So, where'd you get the bag, D? D? D, did you hear me? Keep up the pace, you two. Let's keep moving. I feel like I've been in a washing machine all day. I'd kill for a towel right now. Or a blow dryer. Yes, good lord, deliver us a blow dryer. Hey, что же, это последняя история. Back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon. You like this color? It's my favorite. And after today, I could use a new coat. Вы подружки, да? Same here. I feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but Dee, that bag. Look, I found it down the road a piece. All right? Where down the road? Some place off that away. Dee, you gotta give us more than that. Quit being so cagey about it. Me? Cagey? You two are the ones being cagey. Calm down, Dee.
Just tell us where you found the bag. Дорога, сумка. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. All right. I can't remember one especially, but I know I have. False. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who's... Нам нужно идти. We should get moving. But you are the one who made me start. Irregardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Attitude? Now ребята, вы привлечете фильтр. Goddamn rain in this goddamn middle of nowhere place. Я должен слушать меня. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. To blaspheme. I can't believe you are still relevant. Leland, that's enough. It's obvious you can't win this one, so why even bother trying? Bonnie, I appreciate you trying to help, but let me handle this, all right? Thank you, Bonnie. Finally, someone makes some damn sense around here. Bonnie, darling, I'm sorry we're... Darling! Oh. Hey, come on. Spoilers. Save it. I know what side your bread is buttered on. Yours, too. Dee, now's not the time. Hash them out later. I refuse to get in the middle of this. Well, too bad. You already are. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes, and then you and your girlfriend can... Oh, shit. Oh, no. Oh, God, run. Come on, we gotta move. What are you talking about? Зомбики, да? Oh, опа. Кто там? Блин, валим. Ребята? Ребята? Вы поговорите хоть... Твою мать! Вот это подстава. В руку. Ничего страшного. Давай, прячься. Давай-давай-давай. Нет, ты бежишь. Молодец. Давай, беги. Куда? Где? Блин. Охренеть. Блин. Это высоковато было. Так, мы на дороге. Мне кажется, надо спрятаться. Срочно. Блин, вот уроды, а. А вот заправка. Кто это, блин? Автобус тюремный. Кукурузное поле. Блин, просто валить надо. Hey, Leland. Through here. Look. Блин, ты привлекла внимание. Тихо, вправо. Твою мать, их убили что ли? Тихо. Твою мать. Не туда. Ладно, дубль два. Давай налево. Попробуем. Блин, ну конец. По-любому. А может нет. Так, тихо. Пробегай аккуратно. Налево. Налево. Where are you? Блин, жутко. Dev, you see something? Надеюсь, меня не поймают. Давай еще левее. Еще левее. Будем налево уходить. Давай налево. Блин, реально. Тихо. Жутковато. Anything? No, I can't see a damn thing out here. Это же эти. Это же те ребята. В натуре. Стефани, да, по-моему? Не знаю. Те ребята, которые были с сестрой. Две сестры и... Какого хрена они стреляют? Мама, watch over me. Тебе okay, надо валить, Bonnie. Мне кажется. Stay calm. Find a weapon. Ну вот же, труба. Тебе этого мало? Стик. Влево-вправо. Давай. Влево-вправо. Вытащила. Молодец. У нас есть что-то. Это хорошо. Опа. Кто это был? Бонни. Твою мать. Охренеть. О, Боже, Ди, я так извиняюсь. О, Боже!
все. Why? You. Why? Я не знала, что это ты. Капец, ты башку пробила. How bad is it? It was dark. Ты хреново выглядишь. It was so dark. I couldn't see you. I didn't know it was you. How was I supposed to know it was you? There was no. I thought I saw you. Капец, какого хрена ты с фонарем крутилась? You did this. God, you killed me. You killed me. Жесть. Не смотри. I should never trusted you. Just... Вот это фонарь, который пропал, они говорили. Мне так жаль, просто я не знаю. I... God, I'm so sorry. So... I can't. Oh, God, God! I knew you'd fuck up again. Take him. I... No, God, I'm sorry. I need him. I need you both. You bitch. You wanted him. Didn't. Thank you. Leland, просто друг. Leland is just a friend. I didn't mean to do this, Dee. I swear to God. Зачем ты все это рассказываешь? Чанки. Все. Жесть. Жестко ты ее садила. Dee, did you find her? Блин. Honey, I thought they got you back there. Походу, ты разозлишься. Ну да, ранена. В руку. God, what happened? Oh, Jesus, oh, Lord, Bonnie, what happened? Oh, my God, Dee. Darling, what happened to you? Your face. Ладно, скажу тебе честно. Это я. Head, too. I thought you would... What do you mean, Bonnie? What was that это you была just случайность. Said? It really was an accident, Leland. It really... You did this? You did this to my Dee? Стой, Dee. Что сделано, то сделано. Леван, давай, вы меня вообще кинули. What? What's done is done. That's all you have to say. Back this way. Oh, I feel sick. Which way? There. Call out if you see him. I think I heard something over here. Come on. Походу, тебе придется их бросить. Я понял тебя. Они убьют тебя. Kill you. Leland. Это неправильно. Мутить на стороне, когда у тебя есть жена. Так что, валим. Да, капец. Обсадила ты по башке жестко. Какого хрена эти ребята охотились за вами? Я этого не понял. А вот и последняя история. А ты еще кто? 400-й день. We were right. There are survivors out here. Still alive? Well, they're gonna be happy to get rescued. So how many are we talking about? Прикольно. Думаю, около 5 человек. Around 5, I think. 400-й день. Это уже год. So at least we know they weren't found. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm gonna try to make contact tonight. Great. Well, just be careful and use your best judgment. We're building a good community here. Такая связывающая история. Of course. Нифига себе, там жесткие уже такие эти защитные укрепления. Прикольно. Far so good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Интересно, зачем это тебе? Зачем это вам? И сколько у вас? Рассел? You got it. А вот и все ребята, за кого я играл. Тихо. А, Винс. Don't fucking move. Who the fuck are you? Обычно. My name is Tavia. Tavia. How did you find us? Я нашла ваши записки. I found your note. Блин, прикольно. Вот они все ребята, за кого я играл.
I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water, and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it is. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time doesn't mean everyone else does. If I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like Leland cared when he let you run off alone. That's enough, Becca. I heard rumors about these places. This guy I was traveling with ditched me trying to find one on his own. He thought... You know what? Let's do this. She looks well-fed, right? And clean? We could all use a meal and a hot shower. Hold up. We don't know what kind of people we're dealing with. I don't want to get stuck with some crazy asshole like Russell did. I walked away from that shit, Wyatt. And that dude was crazy from Jump Street. Look, we need people. Plain and simple. Прикольно, они говорят все то, что я делал. If you want to come as a group or split up or whatever, but I don't want to be out here in the open after dark. Надеюсь, эта вся история перейдет в новую игру. Hopefully, at least some of you will follow me. А вы, ребята, две сестры, все-таки не уехали. Maybe we should go too, sis. If Roman is still looking for us, he wouldn't be able to do anything to us there. There's no way that guy is still looking for you. We've been to that truck stop. There's no one left. Roman's not a problem. Following her, that'll get you killed. Look, I know it's a risk, but what else is there? If you guys are going, then so are we. I don't like this, guys. We should just walk away. I don't trust her. Well, why not, Russell? If they have food and medicine and... Yeah, medicine. Look, I don't trust her, Bonnie. В курсе уже, да, что она наркоманка? Да, конечно, в курсе уже прошло столько времени. Как вас убедить? What will it take to convince you? I don't know. Russell, come on. Guys, trust me. We need to get to this place. Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Да вас больше. We turned out all right, didn't we? Relatively. Вы превосходите числом. You clearly outnumber me. If you wanted to overpower me, you could. Hell, I'll even go along as your hostage until you feel safe. No one is gonna hurt you. That's not a bad idea, actually. And I'll do it. Because I know when you guys see this place, you'll change your minds. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. You don't know me from a hole in the ground. And yeah, there are some crazy fuckers out there. All I'm here to do is make an offer. You can come with me, or you can stay here. The choice is yours. So, who wants to come with me? Давайте все махните. Прекращайте, не дурачьтесь. Я что, зря за вас играл? Молодец. Yeah. I'm going. Винс, предсказуемо. Ты первым вызвался. Сейчас хиппи поднимет руку. Потом две сестры. Нет, две сестры сначала. Потом хиппи и в конце Рассел. I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart, ты можешь встретить знакомых. Some of you may have been separated from friends or family. It's a long shot, but there's a chance you could find them there. Have your people been through Statesboro? Yes, I think we have. Okay, but I swear to God, if you try anything, you're gonna regret it. Yeah, and if you're not lying, maybe... Maybe Eddie will be there. We'll do everything we can to help you find your friends and family. Тот, который тебя кинул, ты все еще хочешь с ним встретиться? We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. Нифига себе группа. What do you want to do with these? А почему Винс? Он типа у вас лидер? This is a good thing. I know it is. Хотелось бы думать, хотелось бы верить в это. Блин, я так мало комментирую, потому что очень солянка, прям вообще очень много всего происходит. Все запутано. Столько догадок. Даю вам слово. Я же негритянка с копной на голове. I give you my word. Ну что, ребята, поехали.
Блин, интересно, все эти истории перейдут во вторую часть? Надеюсь, что да. Так написано было. О, это же статистика, сколько я ее уже не видел. Дэнни или Джастин, в чью ногу вы выстрелили? Всего 30% выстрелили в Дэнни. Остаться или пойти? 50% вышли из машины, 50% ну, напополам. Бросить Нейта? Вы бросили Нейта или остались с ним? 75% бросили, и, конечно, вы конченый. Солгали ли Лонду? 25% были честные, блин, в меньшинстве. Убить Стефани? Вы уехали? Ну да, 75% уехали. Прикольно. О, и в итоге все пошли, Ставей. Прикольно. Значит, я всех уговорил. Значит, все-таки я делал все правильно. Надеюсь, что так. Что у нас дальше? И титры. Что ж, неплохой такой переходный момент между первой частью и второй. Первая часть достаточно драматично закончилась, поэтому надо было какую-то такую отдушинку сделать. Перерывчик небольшой. Без сильно драматических сцен. И так как у меня был этот эпизод, все-таки я решил его пройти. Ну, неплохо. Я думаю, события этой части перейдут во вторую часть. К тому же мы узнали, что стало с группой Вернона. Вернон свалил, а эти ребята остались. Да и вообще завязочка была интересная. В принципе, эти истории переплетались. Кровь, полицейские. Кровь я имею в виду на полу. Что же, я досмотрю титры и надеюсь, там что-то интересное все-таки будет. Нет, все-таки ничего интересного там не было. Ну что же, ребята, спасибо за просмотр этой серии. Надеюсь, что-то интересное вы увидели. Надеюсь, что-то интересное вы запомнили. Потому что скоро я начну проходить вторую часть. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.